Здравствуйте. Устройство, которое я держу в руках, было разработано в Германии. И это держатель для айфона, когда вы используете его в автомобиле. Могу сказать, что до сих пор ничего подобного я не встречала, поскольку он очень и очень компактный. Посмотрим на него в собранном виде. Вот так будет выглядеть ваш держатель вместе с телефоном. Хочу обратить внимание, что это крепление жесткое, поэтому если ваш телефон защищен бампером, то он сюда не поместится. А внутри вот такая система шарниров, которую можно развернуть как угодно. И вы можете крепить его как на стекло, так и на торпеду, разворачивая под необходимым вам углом. При этом после разворачивания он довольно крепко закрепляется, и даже при болтании угол не меняется. А если же у вас светлый салон или белый iPhone, то такой же держатель есть в белом цвете.